приятно смотреть на перевод, чтобы это было более осознанное подношение. Но, как говорил сам Шрила Прабхупада, эти баджаны, написанные нашими ачарьями, чистыми преданными, они настолько сильны, что даже если мы не понимаем значение этих баджанов, они все равно действуют на наше сердце, как удар молнии. То есть понимаем ли мы, какой эффект имеет молния на нас или нет, он все равно происходит. И так же происходит с баджанами. То есть если мы даже не понимаем перевод, они все равно действуют на наше сердце, но если мы понимаем перевод, то это более осознанное подношение для Шрилы Прабхупады. Спасибо большое. Thank you.
этот мир затем пришел, чтоб Кришну каждый вновь обрел, чтоб вывести нас всех из царства ада. Преодолев нелегкий путь, не дав грехах нам утонуть, ведет нас за собою Прабхупада. Все вместе. Прабхупада, 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 Прабхупада. Он дал нам знание о том, что счастье в имени святом, и видеть это для него награда. Когда в строю Махапрабху, танцуя и плечом к плечу, поем мы, невзирая на преграды. Прабхупада, научил, как нужно жить, ведь главное — уметь служить. Получишь счастье ты за то в награду. Нам на всю жизнь задачу дал, во всем для нас примером стал, так много для нас.